Во всех районах города ведутся работы по благоустройству территорий. По словам руководителя Ремстроя Владимира Щеголева, на улице Терской с начала года начали установку новых беседок для отдыха. В данный момент проходит замена дорожного бордюра и благоустройство газонной части. До 1 июня планируется завершить все работы на этом участке. Также продолжается монтаж тротуарной плитки в районе городского ЗАГСа и торгового центра «Красная площадь», а также покраска пешеходных переходов. Здесь со сроками окончательного завершения работ пока определиться сложно. При малейшем моросящем дожде работы прекращаются. Но по предварительному прогнозу, в течение 3 суток будут завершены.